Здравствуйте, уважаемые севастопольцы, гости города. В эфире передача «Спортивный акцент». Конечно, говорим о спорте и, безусловно, в эти дни десятилетия русской весны. И целый ряд спортивно-массовых мероприятий в эти дни пройдет, проведут большинство спортивных организаций, федераций. Федерации только в Севастополе 87. Так что обязательно пройдут соревнования, и мы отметим десятилетие возвращения Севастополя в родную гавань. И, а главная тема сегодняшняя у нас, безусловно, это смешанное боевое искусство, единоборство, это ММА. Это вид спорта, который развивается сейчас семимильными шагами. И очень много мальчишек, девчонок, взрослых людей занимаются этим видом спорта. Я даже отмечу, что потихоньку в телевидении, на картинке телевидения занимает место и вытесняет другие виды спорта. Даже тот же профессиональный бокс, более жесткий вид спорта, более смотримый. Итак, мы начинаем со спортивных новостей. Это наша спортивная информационная программа. И первая тема – это заседание Олимпийского совета города Севастополя. Мы отметим, что действительно подвели итоги прошедшего спортивного предолимпийского сезона. Станет ли сезон 24 олимпийским, мы узнаем. Вот, и в актовом зале гостиницы «Крым» прошло заседание. И приятно, что Владимир Веселкин, председатель совета, подвел итоги сезона, поставил задачи в направлении развития массового спорта. Запланированы у нас целый ряд мероприятий в 2024 году. Здесь у нас выступил и состоялось подписание начальника управления спорта Севастополя Сергея Разниченко и Владимира Веселкина с вице-президентом Федерации настольного тенниса города Юрием Громяком. Вот. И теперь у нас это очередной договор. Также мы отметим, что у нас целый ряд реконструируемых спортивных объектов в городе-герое. Спорт стал более массовым. Ну и, конечно, именно эту тему подняла и депутат Государственной Думы России Татьяна Лобач. Она у нас вице-президент, заместитель председателя Олимпийского совета Севастополя. Сама, безусловно, не расстается с ракеткой и занимается серьезно большим теннисом, поддерживает все виды спорта, тем более олимпийские виды. И мы отметим, что у нас впереди олимпийский сезон, и мы обязательно будем освещать олимпийские виды спорта. Станут ли олимпийцы России выступать на Олимпиаде? Осталось ждать недолго. А вот в штабе общественной поддержки состоялся форум «Семейный спорт. Здоровье. Здоровое общество. Здоровье общества». Он проходил у нас на прошедшей неделе. Вот это целый форум. И отметим, что организаторы – это Помогалов Николай Николаевич. Мы знаем его как руководителя парка Лукоморья и Совета отцов Севастополя. Вот. И мы отметим, что здесь также присутствовал и вице-президент Севастопольской Федерации настольного тенниса. Именно этот вид спорта стал у нас как семейным номер один. А мне хотелось рассказать о том, что у нас семейные соревнования в городе и управление по делам молодежи и спорта именно развивает именно это направление семейное. И у нас выступали наши семьи спортивные не только в Севастополе, но выезжали в Москву, выезжали на соревнования именно по различным видам спорта. Семья Романа Семенихина, здесь был его дедушка, отец, здесь же были и его дети, у него трое, также наша семейная боксерская семья, где и сын мастер спорта, и отец мастер спорта, тренер по боксу. Вот. И я думаю, что сейчас начинаются соревнования по настольному теннису, уже
всколыхнуло именно то, что нужно на наших тренажерных площадках дворовых обязательно ставить столы, можно на них играть. Но именно удобно теперь каждый стол делать или из бетона. Нормально на нем можно играть. Также из железа ломают, ничего не сделаешь, все в движении. И, наверное, настольный теннис именно в семейном направлении пока спорт номер один. И вот на форуме поделились секретами наши гости из Симферополя. И, конечно, о школьном спорте и о семейном спорте Елена Николаевна Глотова, она у нас председатель комиссии по образованию, науке, потом спорту, культуре, поддерживает именно это направление. И считаю, что наши семьи не подведут и на соревнованиях российского масштаба. И несколько слов у нас о первенстве баскетбольной лиги. В эти выходные в Мусоне выступали, а играет 42 клуба, детско-юношеские соревнования. У нас сборная Керчи прибыла на автобусах, разместилась в гостинице, и очень прилично выступали керчане, керченские баскетболисты. Они, правда, уступили команде спортивной школы номер 5, 37-45. Вот. А вот девушки 13-го года рождения проиграли Мусону, девчонкам, 19-67. А девочки 2012 года, керчанки, выиграли буквально один бросок. Это тренер наш Надежда Малахова. Юноши, керчане, выиграли у ялтинской первой команды 68-50, у второй 75-67. Вот, и получилось, керчане выступили отлично, проведя 5 игр, в 3 одержав победы. И приятно, что участвуют также команды школ. Например, команда «Прорыв» из 41-й школы, правда, уступила девочкам Мусона, девичья команда, 41-68. Но, тем не менее, игры продолжаются, и мы приглашаем 17-18 февраля в спортивный комплекс «Мусон». Здесь играет 16 мужских команд, 2 группы по восьмерке, и уже в апреле состоятся игры плей-офф, это уже финалы. И 2 слова о первенстве Севастопольской любительской мини-футбольной лиги в дисциплине футзал. Проходят эти игры в ЦСКА «Металлист», 4-й тур, играет 13 клубов. Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища сыграли в ничью с командой «Стрела» 3-3. Курсанты кадетское училище выиграли у команды «Легион» 5-3. Наша балаклавская ТЭЦ сыграла в ничью с «Динамо» 4-4. «Прометей» уступил «Кораллу» 3-8. «Кремень» «Чайки» 1-4. И отметим, что в группе «А» лидирует «Коралл» 12 очков. Тренер Вячеслав Статейкин, один из наших ветеранов футбола. И в группе «Б» «Аэрпак» набрал 10 очков. Здесь Михаил Цыба руководит командой. И это, конечно, футзал. Но мы с вами возвращаемся в студию, где гости, которые тоже познакомились у нас с последними новостями, с последними итогами соревнований, которые проходили в выходные дни. Они тоже соревновались и проводили мероприятия. И у нас в студии сегодня Сергей Сергеевич Кот. Здравствуйте. Его титулы, конечно, он у нас президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА в Севастополе, член президиума этой организации России. Союза ММА России. Да, и часто бывает в Москве, в гостях в других регионах. И можно сравнивать, что у нас на первых позициях наша организация находится. Безусловно, держит руку на пульсе организации у нас в Севастополе, наших клубов. И поэтому этот спорт вот так популярен. И, как всегда, у нас в студии один из победителей, один из перспективных спортсменов. Он у нас выигрывал и первенство, и кубок Севастополя.
Это у нас Александр Кононов. Здравствуйте, любители единоборств. Вот, и я хочу сказать, он у нас уже опытный человек в студии, не первый раз. И я думаю, он интересно расскажет, и нашим телезрителям будет приятно узнать о наших достижениях, наших спортсменов. Мы с этого и начинаем. Пожалуйста, Сергей Сергеевич, итоги 23-го года, ведь есть чем гордиться. Итогом завершившегося 23-го года спортивным был турнир под названием «Открытый кубок «Витязь Севастополь», в котором приняли участие не только севастопольские и крымские спортсмены, не только Краснодарский край, но и были приглашены единоборцы из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Количество спортсменов было 300 человек. Турнир, конечно, был очень конкурентный. Бойцы были, имели возможность проявить свои самые лучшие качества. Поэтому подрались, как говорят в народе, на славу. Ну и, конечно... Ну, продолжают они в октагонах выступать. И у нас одно место, где соревнуются побольше, другое немножко поменьше, где меньше. Там мальчишки младшего возраста обычно соревнуются. Но чем он меньше и уже, тем плотнее или одинаково? Оба октагона 8-метровых – это международные стандарты. Именно просто по стандарту. Один на подиуме, второй без подиума. Он просто кажется, который без подиума, кажется ниже. А так, диаметр 8 метров. То есть именно по международному стандарту. И я думаю, те, кто у нас не бывал на соревнованиях по ММА, мы приглашаем. У нас часто проходят соревнования. Безусловно, эмоций, море. И приглашаем на соревнования. Как чувствуешь себя в клетке? Ты не тренируешься же в октагоне? Обычно нет в твоем клубе. Где, как, кто тренирует? Тренируюсь в клубе ММА «Витязь Севастополь». Обычно мы не тренируемся как бы, в клетке. У нас более обычные условия, как бы зал. Но, тем не менее, когда выходишь в октагон, конечно, эмоции переполняют, и чувствуешь порой себя даже в какой-то необычной обстановке, довольно-таки редко, потому что так выезжаем на какие-то соревнования, но все равно заряженный на бой выходишь и всегда готовый. Как тренер относится к тому, что вот ваша часть поединка может проходить и у стенки, правильно, где можно ее использовать? Да. Во время отработки каких-то элементов борьбы, например. Ну и кто тебя столько лет уже тебя знакомит, и ты совершенствуешь уже теперь мастерство? На протяжении 8 лет тренируюсь под руководством любимого тренера Азнура Бачаева. Тренируюсь лет с 9, получается, уже. И за столько лет, конечно, уже многое познал в ММА. Ваша оценка, это же один из наших перспективных, Сергей Сергеевич, ребят. Да, Кононов, без ложной скромности, можно сказать, что если он и дальше будет продолжать тренироваться, то перспективы у него самые-самые-самые, если так мягко говоря, поскромничать. Ну, конечно, тут работа тренерского штаба важна, Азнаур Батчаев. Где-то жестко с ними, где-то по-отцовски мягко и приобнимет. Ну, ребята молодцы. Кононов, я думаю, будет одним из лучших. Ну, давайте мы со зрителями запомним. Лишь бы не бросил тренировки. Не пропускаешь тренировок? Нет. Учеба и совмещает? Стараюсь совмещать. Я хотел сказать, что у нас действительно и в Кубке Севастополя, и в первенстве и чемпионате участвовали спортсмены из таких клубов, как «Анаконда», «Витязь», «Севастополь», также «Ахиллес», спортивный клуб «Единоборств Севастополь», такие клубы, как «Белый остров», «Боевая Русь», «Лотос-Кот», вот, «Доброта». Да. Вот эти клубы, и они расположены в различных микрорайонах Севастополя, и получается большой охват, ребят. Охват, да. А девушки тоже занимаются? Да. Приходится с девчонками в паринге стоять? По крайней мере, нет, но был тоже опыт, когда приходилось стоять. Ну, в основном, конечно, в сидячей манере, как правило, работаешь с ними.
потому что все-таки девушки с ними поаккуратнее стоит. Где еще побывали наши спортсмены ММА? В каких городах, на каких турнирах, Сергей Сергеевич? Ну, это вся страна. А где вот выступили хорошо? Ну, в прошлом году мы выступали в Сочи, в Волгограде, вернее, извините. Волгоград – это ЮФО? Да, Южный федеральный округ. Южный федеральный округ. Как, Саша, ты выступил? Какие у тебя соперники там были? Или у нас тоже в Севастополе есть с кем пободаться? На ЮФО выступил довольно хорошо, занял призовое место. Соперники там, конечно, сильные очень. Все подготовленные, как и физически, так и морально все подходят хорошо к своим боям. Но у нас в Севастополе тоже очень конкурентные ребята. Все стараются частенько выкладываться на полную, потому что всех пытаются пройти отбор в сборную Севастополя, чтобы потом выезжать как раз-таки на крупные соревнования. Уже февраль 2024 года, Сергей Сергеевич, все федерации проводят чемпионаты и первенства города-героя. И действительно формируется сборная команда Севастополя во всех возрастных категориях. Несколько слов об этих соревнованиях. 3 февраля на базе спортивного комплекса «Мусон» наша федерация провела ежегодный обязательный турнир, чемпионат и первенство города Севастополя, по результатам которого формируется сборная города для участия во всероссийских соревнованиях. И первые же испытания нашу команду ждут уже в марте месяце, где 15-17 марта в городе Новороссийск пройдет чемпионат и первенство Южного федерального округа. И у наших ребят, и в частности у Кононова, у Алексея, будет возможность проявить себя, самые лучшие свои волевые качества, какие-то физические, и от тренерскому составу посмотреть на свою работу, так как Южный федеральный округ – это уже соревнования совершенно другого уровня. Там приезжают из 8 регионов страны, в Южном федеральном – это 8. И там, конечно, уже будет посложнее. Ну, как говорится, чем сложнее, тем лучше. Есть возможность себя проявить, поработать над ошибками и идти дальше. Поэтому... И вот сейчас у нас спартакиада сильнейших идет в России в зимних видах спорта. И там девиз «Хочешь стать сильнейшим, победи сильнейшего». Это так. И поэтому именно это проверка... Так. Это жизненная истина. Да, и проверка на Южном федеральном округе является серьезной проверкой перед первенством России. Обычно победители ЮФО обязательно в тройке призеров России. Да, так? Они победители ЮФО, первый, второй номера ЮФО, они едут на чемпионат и Кубок России, на первенство. Ну, кто России. Твой кумир? Мой кумир, наверное, у меня их несколько. Во-первых, это мой тренер Азнур Бачаев и, конечно же, такие именитые бойцы ММА, как Федор Емельяненко, например. Да, мы сегодня и коснемся, безусловно, и руководства ММА России. Вот. А у нас есть съемка наших поединков именно по ММА. И я думаю, именно эта картинка будет интересна нашим телезрителям. Пожалуйста, мы просим режиссера Константина Сушкова дать именно то, где мы выступали на соревнованиях по ММА. Пожалуйста. Такие поединки проходят у нас в Севастополе на различных соревнованиях, конечно, прежде всего Южного федерального округа. И у нас сегодня в студии еще один победитель первенства Севастополя по ММА.
Он у нас среди юношей младшего возраста тоже обладатель кубка. Одной из медалей это у нас, безусловно, Илья, именно Илья Выборов. Так его звучит фамилия у нас, запомним ее, потому что его девиз «Русь везде, где есть совесть». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот у него сегодня дебют в эфире, но уже он сегодня принес, посмотрите, и свои медали, кубок, пояс чемпиона это нашего Саши Кононова. У нас сегодня призы, как всегда, в студии, тем более за победу Саша заработал пояс. А вот я одел медаль, вот я смотрю, на ней единичка стоит. Какая? Это твоя любимая медаль? Где? Да, это моя самая любимая медаль, потому что на этих соревнованиях были очень сильные соперники для меня. И я на них очень сильно постарался и выиграл первое место. Ну, мы поздравим его от имени всех севастопольцев и тоже верим, что сколько ты уже лет занимаешься? Где? По чьим руководством-то? Я занимаюсь у своего любимого тренера Бачаева Азнаура Станиславовича уже как 6 лет. Ясно. А клуб твой теперь как называется? Мой клуб «Витязь Севастополь». То есть ты себя чувствуешь «Витязем» на соревнованиях? Да. Это хорошо. А у нас прошла миссия «Чемпион», и именно об этой миссии расскажет нам и Сергей Сергеевич, пожалуйста. У нас серьезное мероприятие было. Да. Севастопольская федерация ММА и Российский союз боевых искусств, начиная с 2014 года, сделала в Севастополе такую общероссийскую акцию «Миссия чемпиона». Что она несет? Мы на эту акцию приглашаем чемпионов разных видов единоборств. Борьба, бокс, карате, ММА и так далее. И приходя к нам на «Миссию чемпиона», тот или иной победитель разных турниров делится опытом с нашей молодежью. Вот в данном случае 9 февраля уже в третий раз к нам бойцовский клуб «Витязь Севастополь» пришел Максим Коптяков. Вы его прекрасно, Владимир Андреевич, знаете. Это один из лучших боксеров. Самый титулованный на данное время, да. Самый титулованный в Севастополе, да. Поэтому с Максимом мы дружим, с его центром прогресса бокса, который он основал, мы подписали 2 года назад соглашение и вместе развиваем нашу молодежь. Как в спортивном направлении, так и в духовном. Ну, вот, он же руководит центром. Центром прогресса бокса, который он и основал. И он является... Он заслуженный мастер спорта по боксу, да, это звезда. Вот. И, конечно, хотелось, чтобы вы несколько слов сказали о том, что у нас в воскресенье 11 февраля побывали почетные гости, именно те, кто сейчас возглавляет ММА России. Пожалуйста. Да, в Севастополь к нам приехали в гости новый президент Союза ММА России Виктор Федорович Дроздов и вице-президент Союза ММА России, старший тренер сборной России по ММА Андрей Викторович Терентьев. Они посетили наш основной бойцовский клуб «Витязь Севастополь», на базе которого у нас старшим тренером является Азнаур Бачаев. И вот эта вот молодежь наша тренируется. Часа два они у нас побыли, посмотрели базу, на которой занимаются ребята, пообщались, подняли очень разные вопросы, начиная от судейства, заканчивая допуском спортсменов, от новые программы, которые введены, в частности, «Эльспорт», где нужно ребятам регистрироваться, чтобы участвовать в соревнованиях. Ну, много вопросов. Что получили мы на выходе из этой встречи? Ну, Виктора Дроздова я знаю уже 10 лет, мы с ним дружим, у нас очень хорошие дружеские отношения, в Москве часто встречаемся. Ну, а здесь такая была уже поездка как руководителя структуры. Его оценка. Да, оценка его. Нашего развития ММА. Ну, если брать пятибалльную систему, то на 5. Он очень доволен, он знает, что федерация ММА Севастополя не только развивает мышцы, мускулы и учит деток наших драться, а в первую очередь мы смотрим в сердца наших детей. Это духовное воспитание. Это и коротко, короткий вопрос, который мы как бы не решали о нем предварительно. У нас же Федор Емельяненко готовится выйти на ринг и боксировать как боксер.
на ринге? Все-таки кипит в нем эта энергия. Ну, готовиться пока сложно сказать, будет это или не будет, потому что СМИ, вы же знаете, одни СМИ пишут, что будет, вторые опровергают. Ну, такая непонятная ситуация. Но у него желание, по крайней мере, у Федора есть. Даже были разговоры, что этот бой будет с Майкл Тайсоном. Ну, как там будет, хотя Майк Тайсон в свое время заявлял, что я с Федором никогда не буду ни в каких участвовать, потому что я очень этого человека уважаю. Ну, такая определенная интрига, она всегда присутствует. Я вспоминаю, как Майк Тайсон говорил о том, что готов выходить против двух человек. Одному мне в ринге тесно. Вот. И несколько слов о планах буквально. Наша программа выходит на финишную прямую. 24-й год, год олимпийский. Я думаю, что все-таки настолько сейчас популярный ММА, что он может стать и олимпийским видом. Все зависит от того, как мы будем встроены в международную систему, политическую, спортивную и так далее. Потому что на сегодняшний день очень многие проекты просто схлопнулись. Они невозможны, так как сегодня вы сами понимаете, что происходит. Идут действия военные, погибают люди. Против нашей страны санкции введены. Ну, поэтому сложно, сложно понять. А что касается наших планов, они всегда грандиозные. Всегда мы ставим новые цели, новые проекты. Что касается ближайшего, марта месяца, это 15-17 числа, город Новороссийск, Южный федеральный округ, ММА, сборная Севастополя выезжает. Конец марта, начало апреля мы проведем клубный по борьбе и по ММА для детей 8-12 лет, клубный «Витязь Севастополя» турнир. Ну, вот это ближайшее. Ну, летом детки будут отдыхать. А мы нашу сегодня программу подготовили и монтаж Романа Самаренкова, режиссер. Константин Цушков, он у нас сам спортивный человек. Вот, а на наши вопросы сегодня ответили два бойца, мы их фамилии запомним, будем следить за их выступлениями. Это находящийся в студии Илья Выборов. Илья у нас победитель юношеского первенства. И также у нас побывал Александр Кононов, который обладает и кубком, и победитель первенство Севастополя, призер Южного федерального округа. И, конечно, как всегда, один из самых наших интересных рассказчиков, знающий все об ММА, который пропагандирует этот вид спорта, как только может, это президент Федерации СПЕ ММА в Севастополе и член президиума Союза ММА в России Сергей Сергеевич Кот. Вот. И мы завершаем нашу программу, конечно. А какой девиз у нас ММА в Севастополе? Русь везде, где есть совесть. А также, я знаю еще, есть у вас один девиз? Да. Мы работаем на будущее России. И в этом большой смысл. Вот так. Вот такой у нас девиз ММА. И мы, завершая нашу программу, тоже девизом. Всего вам доброго, удачи и здоровья!